Так, открыли мы After Effect. Вот в примере у нас слой, с которого нужно убрать синяк. Лицо ровно, потому было принято решение не закрашивать это все. Тем более, что с глазом тут проблемы будут большие. А сделать немножко по-другому. Копируем этот слой. Так, вот сразу показываю. Слой Ctrl-C скопировал. Ctrl-V вставил. Так. Вот у нас слой с синяком. Достаточно ровно голова опускается. Вот, но ее можно стабилизировать. Warp стабилизир. 12 секунд я много взял. Ускорим. Так, все стабилизировано. Что нам нужно сделать? Мы возьмем этот глаз и переставим его сюда. Ctrl-D. Копируем слой. Копируем слой. Этот слой пока выключим. Нижний. Наложим маску вокруг глаза. Возьмем с бровью. Так, на всякий случай. Так. Фингал у нас здесь. Здесь тень. Вот таким вот образом. То есть не сюда наложил маску. Ладно, мы ее сейчас скопируем. На нижний слой нужно было, на верхний. Мы ее удалим отсюда, отсюда скопируем. Вот у нас глаз получился. Включаем второй слой. Переворачиваем глаз. Так, чтобы ровненько совместить, убираем вот так вот прозрачность. На 66 можно меньше сделать, кому как удобно. И сразу смотрим маску. Маску мы сделаем этот фезер, чуть края берут. Вот здесь расплываются края. Вот, видно, что разница есть в цвете. Сейчас мы добавим светлей. Что мы тут возьмем? Вот так вот. Бросим сюда. Так как эта сторона лица более темная, приберем чуть контраст и уменьшим яркость. Подведем так. Видно, да, что немножко. Мы можем маску немножко увеличить. Mask Expansion. Можем немножко прибрать. Мы вот так увеличим. И надо добавлять тогда яркости. Немножко. Ну вот так. Видно чуть полоса. Но это легко правится. То есть мы можем масочку и растянуть на все личика. Вот так. Видно, да, что челюсть у него опухла чуть-чуть. Лицо, оно само по себе неравномерное. Бровь берем тоже, потому что сейчас чуть выше сдвинем. Нет, ниже. Чуть подальше. И что-то мелковатый глаз получился. Надо его немножко увеличить. Мы его сейчас чуть-чуть вот так увеличим. Так. Это у нас вылазит здесь. Expansion приберем. Дадим немножко и маску чуть сюда. Но это очень грубо. Так, яркость, объект приберем, контраста надо добавить. Зря я его убирал, тем более так много.
еще маску. Ну, всегда лицо другое получилось. Так. Может быть, немножко сдвинуть его сюда, вот так вот. В общем, вот в примере у меня есть. Я не помню, зачем-то слой создавал. Тут еще. Здесь в примере видно, здесь более-менее нормально получилось. Но тут я подольше возился. Тоже методом тыка все. Тут я и глаза подгонял поровнее, и с кожей экспериментировал. Но все то же самое. Вот она маска. А, еще нос она у меня захватывает чуть-чуть. Да, там провал был синяка. Нос захватывает. Все то же самое. Линейный эффект наложил. Для чего? А, вот я сгладил переносицу. Немножко убрал Liner Wipe. Это боковой, скажем так, переход. И вот у меня яркость стоит минус 29. Но это каждый раз по-разному. Стабилизировал я оба слоя, стабилизировал. Ну, вот такой урок, в общем-то. Просто глаз перевернул и все. Можно его выключить. Вот он будет уже реальный, какой он был. Вот какой стал. Ну вот, вроде и все.